Так, теперь нам надо сделать рукоятки регулировок. Их там три. Ну, слава богу, они все одинаковые. Так, сейчас начнем. Сначала возьмем такой цилиндрик, сделаем. Окей. Маловастенько, да? Еще чуть подаем, вот так. Все хорошо. Теперь нам необходимо, сделать, сделать ребра. Ребра. Так. Назад. Забыл кое-что. Теперь возьмем точки. Такие ребра. Сейчас дадим ему толщину. Отлично. Давайте приблизим, посмотрим, что-то мне кажется, он там пропорол маленечко. Да нет, все хорошо, кажись. Так, теперь. Подвигаем G. Дальше уже просто, это мы все знаем дальше. Так, выберем вот это и скажем Array 6 штук. Вот так. Вот. Такая получается. Окей. Ну а здесь все очень просто. Кажется, что просто так. Это будет Q. И вот эти вот тоже Q. Говорим, окей. Все отлично получилось. То, что нужно. Так, ну а далее. Смотрим сбоку, опять же. Нет, тут нам надо так сделать, да. Прекрасненько. Так.
Еще раз ку сделаем. Сюда и ку. Получили цельный. Так, теперь нам надо сделать вот тут. А я забыл. Сейчас, ребята, попробую вспомнить. Нет. Это вот Shift R. Нет? Steuerung R. Вот, Steuerung R, да. Так, мне здесь надо сделать, как это лучше сделать. Тогда возьмем просто вот этот. И подвигаем ее. Вот так. Да? Чудесно. Ну и чуть побольше сделай, да? Чуть покрупнее. Вот так. Окей. И теперь ребры. Ребры. Вот так. Еще раз. Да не, нормально все. И вот теперь мы возьмем этот полигон, уберем этот циркль, уберем. Так. Это вот так, да? Б. Нет, не хочет. Филет не хочет делать. Я так подозреваю, что ему нужно вот это. Так, так. Ладно, если он не хочет, мы его сделаем так. Не хочет автоматом, заставим ее вручную. Ну что делать? Пока знаний не хватает на все, приходится делать вручную. Дожить, ожить. Немножко дольше получается, но все равно получается.
Ну и вам придется потерпеть. Что теперь? Кто уже выучил, может мне подсказать. И сказать мне, почему у меня не получилось все разом. Так. Здесь вот это. И я бы еще хотел вот эти тоже. Только эти соединил, он перестал работать. Вот так работает. Значит, где-то что-то не стыкуется. Вот так. Окей, больше нам ничего не надо. Так, теперь главное посадить это на место. Окей. Берем с вами Г, опа, ага, вот так надо, вот так, и Г берем, да? Теперь-то она точно сработает. Не знаю. Ну, вроде бы все нормально. Еще раз, чуть повыше. Вот так. Вот так. Окей. И теперь нам не 3, нам надо 4, по идее. Так. Ре. И сказать 4. Одно нам надо будет удалить. Окей. Вот это вот. Вот. Теперь все нормально. Единственное, что вот это место, оно мне не нравится. Поэтому мы сейчас сделаем вот так. Угу. Ку. И Q. Есть. Окей. И тогда мы сможем вот эти вот ребрышки, вот эти вот, очень даже прилично зафилетить. Пока? Да. Вот так. Прекрасно. Вот получилось уже у нас регулировочные винты. Это мне нравится. Единственное, что не нравится, вот это лишнее здесь. Тынц, тынц, тынц. Так, почему она не хочет? А, потому что надо цельная. Тынц, готово. Угу. Все, регулировочные винты есть. Хорошо. Это радует. Ставим красивый цвет. Красненький, как мы любим. Вот так. И говорим, до скорого.